Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Я все-таки доехал до Алтая. Остановился у ребят в этой замечательной гостинице. Портал Белуха. Мне нравится здесь атмосфера сама. Такие картины везде в них. Ну, какая-то легкость такая. Как-то нет какого-то напряженки вот этой какой-то городской суеты. Номера такие уютные. Уютное такое ощущение, приятное какое-то просто. Ну и практически на берегу Катуни практически. Вид обалденный просто. Я думаю, тут и летом так же красиво, как и зимой. А может, еще красивее. Не знаю, мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже понравится. Тем более, хозяйка такая замечательная. Интересная комната, камин, очень душевненький камин, кстати, рабочий, можно зажечь. Ну и практически почти в любом номере, как бы, есть, как бы, соответственно, удобство, что очень радует и, на самом деле, приятно. Вполне аккуратно все, мне, как бы, очень все устраивает. Думаю, приеду еще, доберусь, как бы, остановлюсь у них же. Давайте я вам хозяйку покажу. Давайте. Вот эта замечательная женщина. Приезжайте, не сидите дома. Правда, продукты надо брать свои, они травоядные. Но кухня есть. Наверное, все.